Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню. Спасибо, что заглянули сегодня. И мы с вами сегодня приготовим оладушки. Мы уже экспериментировали с вами разными вариантами. И у нас были оладушки из капусты, из кабачка. Я уже записала рецепт оладушек с курочкой. У меня в голове уже родился новый рецепт оладушек с рыбкой. В общем, сегодня мы с вами сделаем оладушки из цветной капусты. Эти оладьи, они прекрасно подойдут, если вы на системе кето сейчас находитесь. Если вы вегетарианцы, то тоже прекрасно подойдет. Потому что у нас часть детей, как вы уже слышали, вегетарианских, и один внучок тоже. И я пытаюсь делать разные рецепты, придумывать. Если я малыша забираю из яслек, то я всегда хочу как бы приготовить что-либо такое, как бы снэк. И наш малыш с удовольствием кушает эти оладушки. То есть я уже экспериментировала, пробовала разные варианты, и этот рецепт очень и очень удачный. Ну что, мои хорошие, давайте приступать к приготовлению. Для наших оладушек из цветной капусты нам понадобится 350 грамм риса из цветной капусты, о котором мы уже говорили, 2 столовые ложки тертого пармезана, 1 средняя луковица и 1 яйцо. Ну а для соуса мы приготовим такой пикантный соус. Я взяла столовую ложку острой горчицы, 3 столовые ложечки сметаны 18% и 1 огурчик. Сначала мы с вами приступим к оладушкам, то есть мы смешаем все вот эти ингредиенты и начнем их жарить на небольшом количестве масла на сковородочке. А потом приступим к соусу. Добавим немножко соли. Перчика. И еще раз хорошо перемешаем. Вот так выглядит наше тесто для оладушков. Теперь идем их жарить на сковородке. Вот так выглядят наши оладушки из цветной капусты. Жарятся на небольшом огне. Я поставила семерочку из 15. И хочу вам сказать, что я в тесто добавила еще 2 маленьких яйца. Они очень у меня маленькие сегодня, поэтому одного не хватило. То есть для лучшей консистенции я добавила еще. И я эту поправочку сделаю в рецепте, что там будут входить 3 яйца, если маленькие, или 2 больших. Оладушки лучше делать маленькими. Почему? Потому что они так легче будут переворачиваться. И в начале жарки обязательно прикройте крышечкой сковородку. Пока оладушки обжариваются на сковородочке, мы смешаем с вами наши ингредиенты для соуса. Отправляем сметану в горчицу. Перемешиваем. Добавляем огурчики. И наш соус готов. Это будет очень пикантным дополнением к нашим оладушкам. Вот такие оладушки из цветной капусты у нас получились сегодня. Они очень нежные, и вот этот пикантный соус, который я приготовила, он дает особый вкус нашим блинчикам-оладушкам. Посмотрите, мои хорошие, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какие оладушки. Я их не посчитала в этот раз, потому что муж уже немножечко там скушал. Я один уже блинчик тоже утащила. Получилось очень-очень вкусно. Как вы видели в рецепте, я вместо одного яйца добавила еще несколько. Почему? Потому что у нас какие-то вообще масипусенькие, чуть ли не как размером с перепелиным получились, да? Вот. Но вы можете также добавлять к одному яйцу, к примеру, еще и какую-либо протеиновую муку.
То есть это может быть или соевая, или цельнозерновая рисовая, или же даже просто цельнозерновая мука. Посмотрите, как по консистенции ваши оладушки будут выглядеть и как вы любите. Вы знаете своих членов семьи, как никто другой, что они любят и какие у них там пищевые пристрастия есть. То есть можете варьировать некоторыми продуктами так, как вам нравится, и ничего плохого из этого не выйдет. Вместо, к примеру, пармасана можно тоже добавить какой-то любой другой тертый сыр. В общем, смотрите, не бойтесь, пробуйте. Я делала эти оладушки как с мукой цельнозерновой или там протеиновой, так и без, как мы сегодня это сделали. Получается очень вкусно, красиво. Повторюсь, дети очень любят такие вот оладушки. И, конечно же, их можно всегда взять и как на перекус, или на ланч. И, друзья, вот этот вот соус, который мы с вами приготовили, сделайте его в двойную порцию. Потому что им вы можете также заправлять свои салаты. Или же добавлять какие-то другие блюда. Очень и очень пикантный вкус и очень насыщенный такой вкус, скажу вам, который украсит любой и дополнит любой салат или же какое-либо другое блюдо, которое вы будете кушать. Ну вот, сегодняшний рецепт мы заканчиваем на этой ноте. Все очень вкусно, все очень полезно, и кушайте это на здоровье. Делайте, готовьте, экспериментируйте и любите свою кухню. И, конечно же, вся ваша семья будет также благодарна вам за то, что вы стараетесь. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч, до новых рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!